Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня в прямом эфире с вами я, доктор Мазазолин Кирилл. Сегодня мы продолжим тему предыдущей передачи «Ожирение». Также вы можете задавать свои вопросы по номеру телефона, указанному внизу телеэкрана. И я хотел бы остановиться с акцентом на некоторых моментах, которые было больше всего вопросов, отзывов. И я начну сегодня с детского ожирения, большой проблемы в нашем мире, так как считается, 25% детей в мире страдают ожирением. И надо здесь понимать, что основная причина детского ожирения все же это большое потребление пищи, дети стали больше кушать и при этом мало двигаться. Сейчас дети много времени проводят в школе, потом идут на кружки, допустим, там по изучению языка, шитья, крытья, неважно. И при этом мало уделяется вниманию их подвижности. Приходя домой, они опять же кушают, садятся за компьютер или играют со своим планшетом и практически не двигаются. И малоподвижный образ жизни играет большую роль в детском ожирении. И также важную роль играет здесь поощрение самими родителями такого образа жизни плюс питания. Часто родители покупают какие-то вкусные пирожные, шоколадки, дают ребенку, когда он капризничает, или просто чтобы он как бы дал спокойно отдохнуть родителям после работы и мало обращает внимания в принципе на питание ребенка, как на свое питание, так и на питание ребенка. И тем самым у ребенка со временем формируется определенное пищевое поведение, то есть он привыкает кушать фастфуды, пирожные, сладости, и мозг уже формирует определенную схему питания. И эта проблема в том, что в дальнейшем с этим довольно тяжело бороться. Затем, когда запускаются уже все эти механизмы, возникают гормональные нарушения в первую очередь у детей. Обменные процессы страдают. И не надо забывать, что ожирение — это все-таки болезнь, хроническая болезнь, которая в последующем приводит к таким заболеваниям у детей, как сахарный диабет, также это и гипертоническая болезнь, проблемы с сердцем и гормональные нарушения. То есть формирование ребенка нарушается. В первую очередь виной ожирения у детей являются в первую очередь их родители. Многие родители заставляют детей кушать. Если он не доел, заставляют эту порцию до конца скушать, хотя у детей еще более сформировано именно насыщение организма более урегулировано, чем у взрослых. Поэтому если ребенок не хочет кушать или не хочет доедать, не надо его заставлять, потому что в дальнейшем это приводит к нарушениям именно в регуляции головным мозгом вот момент насыщения. И самое главное, было много вопросов, как бороться с детским ожирением. Я здесь хотел бы отметить, что самостоятельно у родителей, здесь вряд ли получится, поэтому вам, скорее всего, придется обратиться к специалистам, если вы считаете, что у вашего ребенка избыточный вес. И диетолог уже или педиатр грамотно вам поможет настроить питание у ребенка. И самое главное, надо не забывать, что в данном случае придется всей семье в целом начинать вести правильный образ жизни. То есть если будет ребенок, грубо говоря, кушать брокколи, а вы при этом картошку фри, то здесь вряд ли можно будет достигнуть какого-то успеха. Поэтому, скорее всего, это надо всей семье включаться. И еще раз хочу отметить, не забывайте, что ожирение – это болезнь. И особенно акцент надо сделать на детях, потому что только взрослые могут помочь ребенку изменить стиль питания, образ жизни.
И не надо сразу ребенка отдавать на 3 секции спортивных. Надо постепенно, надо спросить у ребенка, какой вид спорта ему нравится. Или просто с ним больше делать прогулок, гулять. Можно обратить внимание, что дети сейчас во дворах сидят, на скамеечках. И все со смартфонами играют в какие-то игры и практически не двигаются. Надо в первую очередь определить, какой вид спорта нравится. Плавание — это борьба, бег. И постепенно ребенка приучать к активному образу жизни. И у детей очень быстро формируются эти привычки. И им легче, даже чем взрослым, похудеть. И сегодня я хочу рассказать свою историю похудения. Как вообще так получилось, что я набрал избыточный вес и в дальнейшем похудел. Многие могут думать, что вот рассказывает про похудение, а сам и не знает, как это тяжело и сложно. Со временем я обратил внимание, что размер моих щек мне с трудом позволял видеть окружающий мир. Встав на весы, они захрустели, я увидел цифру более 100 килограмм. И тогда я понял для себя, как медик, я знал, что к чему это может привести. И я решил, что пришло время худеть. Что я сделал в первую очередь? Я убрал из своего рациона сладкое, хотя я очень люблю сладкое. Убрал из рациона мучные изделия. И сократил рацион, потому что я ел очень много, это были большие порции, это было множество перекусов в течение дня. И я скачал на телефон обычную программу по подсчету калорий и для себя посчитал за день, сколько я съедал. Это были колоссальные цифры, то есть даже для олимпийского спортсмена это были большие цифры калорий, которые даже он бы не сумел потратить. Это входит в привычку, и есть такой момент, что чем больше мы едим, желудок растягивается, и он становится большой по объему. И при заполнении желудка там есть определенные рецепторы, связанные с головным мозгом, то есть желудок растягивается, и мы понимаем, что мы наелись, дает сигнал в мозг желудок, и мы останавливаемся. Ну, то есть, чем больше мы едим, желудок со временем становится по объему больше и больше, и чтобы нам насытиться, нам надо больше скушать. И также нарушается в головном мозге связь, и там есть центр, отвечающий за насыщение. Этот центр становится нечувствительным к лептину, есть такой гормон, и со временем мы все больше и больше едим и не можем остановиться, не чувствуя насыщения. Когда я убрал такие, по моему мнению, вредные продукты, как сахара, мучные изделия, сократил объем пищи, я начал худеть, и в определенный момент весы остановились, я перестал худеть. Также я начал заниматься спортом, я и бегал, и ходил в зал, и в какой-то степени это тоже не совсем правильно, надо постепенно увеличивать нагрузку, а не с головой погружаться в спорт и в диеты. Я начал сокращать приемы пищи, объемы пищи, калорийность снижать до минимума. Но не надо забывать, что у человека есть базовая калорийность, то есть базовый энергетический баланс нельзя нарушать, так как человеку необходим определенный объем энергии в покое, то есть это энергия, которая тратится на дыхание, на сердцебиение, на работу всех внутренних органов, и нельзя снижать свою калорийность ниже этих цифр, так как это уже будет больше во вред здоровью, нежели польза. Ну, минусы лишнего веса какие? То есть человек с избыточной массой тела начинает испытывать такие трудности, появляется одышка, это лень, трудно проснуться, тяжело работать. Надо отдавать себе отчет в том, что со временем
То есть ожирение – это болезнь, и с ее прогрессированием появляются такие проблемы, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет. То есть чем дальше вы запускаете, тем сложнее с этим потом бороться. Самое главное – вам определить вашу калорийность на ваш вес, возраст, на вашу активность. И здесь надо быть довольно объективным, потому что часто люди занижают потребление пищи, то есть они неадекватно считают ту еду, которую кушают, и превышают свою дневную активность. Вообще по нормам каждый день 30-60 минут надо уделять какой-то активности. Это может быть просто ходьба, занятия в спортзале, это может быть велосипед. И сейчас много гаджетов, даже ваш телефон в кармане, если там включить определенную функцию, он будет считать, сколько вы вообще в принципе проходите за день, и может посчитать, сколько калорий вы потратили. То есть если вы будете превышать потребление пищи, поступление калорий и их трату, однозначно со временем это все будет откладываться, и вы будете набирать лишний вес. Вот важный момент здесь, что вам, всем, кто пытается похудеть, очень важно, чтобы была поддержка. Это если вы не врач, скорее всего, вам потребуется помощь врача-диетолога или терапевта, который сможет вам более или менее отрегулировать ваш план питания. То есть, потому что худение, процесс, он волнообразный. Со временем, когда вы начнете худеть, ваши весы остановятся, и часто люди на этом, их диета заканчивается, и они начинают опять кушать, как кушали раньше, и могут набрать прежний вес, либо еще больше. Поэтому здесь необходима поддержка специалиста, либо компаньона, если вы найдете, с кем вы будете совместно худеть. И во время диеты часто у людей возникают срывы. Когда я худел, раз в неделю я себе позволял обязательно скушать что-то вкусное или свое любимое какое-то блюдо, неважно, там оно жирное или сладкое, но это помогает в процессе. То есть не надо кушать одно брокколи, там рис, гречку, там нежирное мясо. Нет, ваше питание должно быть разнообразным. Но единственное, вам необходимо знать то количество еды, которое вам можно кушать, чтобы не набирать, а худеть. Достаточно снизить калорийность на 500 калорий в день, это незначительно, и вы начнете худеть. Но постоянно надо регулировать, не обязательно урезать объем еды, можно просто добавить нагрузку. Многие люди, им достаточно просто увеличить дневную активность, и при этом они начинают худеть, не трогая свое питание. И надо постепенно убирать какие-то продукты, как я говорил уже, это сладкое, мучное из своего рациона, и вы начнете худеть. И постепенно со временем, в течение, как уже доказано учеными, примерно в течение 3 недель, если вы будете придерживаться определенного режима, он у вас войдет в привычку, и вам будет легче. Самый тяжелый период — это 2-3 недели, когда вы меняете свой образ жизни, вы там начинаете ходить в зал, менять свое питание. И обычно на 2-3 неделе у человека происходит срыв, он наедается, и на этом решает закончить свою диету. Нет, надо просто периодически делать себе отдых от диеты, сходить в гости, покушать то, что вы хотите, зайти в магазин и купить, что вам надо. И важно правильно считать. То есть многие люди не считают дневные перекусы, то есть чай там, или какие-то соки, или кофе с сахаром, они не считают за прием пищи.
или там скушали горстку орешков, или какое-то мороженое, или небольшой кусочек шоколадки, это очень сильно влияет на процесс похудения, так как это очень калорийные продукты, те же орехи, шоколад, сахар, и в течение дня может много быть таких перекусов, а это сильно влияет на снижение веса. Был такой вопрос, как можно похудеть без спорта, возможно ли это? Да, возможно, просто отрегулировав свое питание, можно снижать вес, не обязательно активно заниматься спортом. Многие начинают ходить в спортзал, на плавание, бегать, и тем самым быстро истощаются как морально, так и физически и бросают это занятие. И вот очень много вопросов в прошлый эфир и в этот эфир поступало по COVID-19. Это наш был первый эфир по COVID-19, ну, и ведя свою практику, многие люди ко мне обращаются, кто уже переболел или болеет COVID-19, и многих волнуют эти вопросы. Вот вопрос, можно ли заразиться COVID-19 от человека, у которого не наблюдается никаких симптомов? Да, можно. Почему? Потому что у многих COVID-19 протекает бессимптомно. Особенно это касается детей. У детей в основном протекает бессимптомно. И да, можно заразиться от человека, у которого нет никакой симптоматики. И как распространяется COVID-19? Основной путь передачи — это воздушно-капельный путем, но также можно заразиться, то есть если вирус попал на какой-то предмет, вы его потрогали, не обработали, не помыли руки, то есть плохая гигиена, тоже можно заразиться. Доказано, что на пластике, допустим, вирус может около 5-6 часов еще находиться. Что делать, если у меня были тесные контакты с человеком, инфицированным COVID-19? Ничего, никаких активных действий вам предпринимать не надо, бежать там в больницу или пить какие-то таблетки. Просто вам надо, ну, наблюдать, мерить свою температуру тела. Не факт, что вы заболеете, вы можете, вот как я уже говорил, бессимптомно переболеть, можете в принципе не заболеть, ну или в легкой форме переболеть. Если у вас уже появятся какие-то симптомы, тогда можно обратиться за медицинской помощью, если вас что-то станет беспокоить. Что делать, если нет симптомов, но есть ли подозрение на контакт с больным COVID-19? Что означает самокарантин? Ну, самокарантин, то есть если вы все-таки имели контакт с больным, длительный контакт, и вы не хотите заразить других людей или своих близких, у кого есть возраст или другие сопутствующие заболевания, кто в группе риска, то самокарантин — это вы находитесь дома в течение 14 дней, и за это время обычно проявляется уже какая-то симптоматика, но в основном развитие болезни возникает в течение 5 суток, 6 суток начинает проявляться болезнь. Можно ли заразиться COVID-19 от домашних или диких животных? Были исследования, что да, могут болеть домашние кошки, также COVID-19, ну и, соответственно, быть переносчиками. Но если это домашняя кошка и нигде не бывает на улице, и вы находитесь дома, то вы вряд ли заразитесь COVID-19. Можно ли заразиться COVID-19 человека, у которого не наблюдается? Так, этот был у нас вопрос. А вы лечите больных с ожирением? Если да, то каким методом вы пользуетесь?
Да, я занимаюсь ожирением. Я уже в прошлом эфире говорил, что я хирург и занимаюсь лечением ожирения у больных, у которых 3-4 степень, то есть индекс массы превышает 35-40 единиц. Да, я занимаюсь лечением таких больных, но хирургическим путем. То есть я не занимаюсь лечением как диетолог, но в процессе лечения этих больных, пусть хирургически, конечно, приходится тоже заниматься их питанием, их дальнейшим образом жизни. А так я занимаюсь ожирением, но как хирург. Можно ли стерилизовать повторно, использовать одноразовые медицинские маски? Нет. Стерилизовать их не надо. Цена на них сейчас не такая большая, поэтому лучше, если вы купите несколько этих масок и будете ими пользоваться. Но какой-то стирки, глажки, они не подлежат. У них определенная структура, то есть если ее там постирать или прогладить, она уже не несет защитной функции, поэтому она и называется одноразовая маска. Желательно ее выкинуть и пользоваться новой. Я никак не могу похудеть. Мой начальный вес в 2013 году был 60 килограмм. После родов 75 и до сих пор не могу похудеть. Не могу перебороть себя. Как перебороть себя? Самое главное... вам поставить цель, то есть, как я уже говорил, то есть, если вы хотите вернуться к весу в 60 килограмм, вам надо поставить цель, вам надо определить вашу дневную норму калорийности, то есть, хотя бы начать с этого, посчитать, сколько вам нужно в день скушать в норме на ваш вес, возраст, на то, сколько вы двигаетесь, все счетчики калорий сейчас это учитывают, то есть они определяют, какой уровень у вас подвижности, это немаловажно, так же важно, как что вы кушаете. И перебарывать себя не надо здесь, то есть вы можете кушать так же, как и ели раньше. Единственное, вам надо снизить, допустим, порции или убрать для начала из вашего рациона какой-то продукт, там, допустим, убрать сахар из рациона или газированные какие-то напитки, мучные изделия. У каждого, ну вот у меня много таких бывало пациентов, у каждого свои пристрастия, кто-то больше любит мучное, не обязательно сладкое, но они много кушают хлеба, макаронных изделий или жирной пищи. А жирная пища очень калорийная. И люди забывают о белковой пище, то есть это мясные продукты, яйца, кисломолочные продукты. О них не надо забывать, потому что организму в большей степени требуется белковая пища, ну и как и другое. Не надо забывать о минеральных добавках, о витаминах, так как человек часто потребляет много сладкого, мучного, именно в связи с тем, что у него возникает нехватка определенных продуктов в питании, то есть каких-то витаминов, минералов, и человеку прям невыносимо хочется шоколада или... там острого, кислого, зачастую это является первым фактором нехватки каких-то продуктов. Дорогие друзья, наш эфир подходит к концу. Вы можете оставить свои вопросы под этим видео, которое будет запись находиться на Фейсбуке 7-го канала. Я обязательно на них отвечу. Желаю вам здоровья, чтобы вы не болели. Худейте, наслаждайтесь жизнью, больше двигайтесь. Желаю вам удачи, здоровья вам и вашим близким. До встречи в следующую субботу.